Ну, типа дисклеймер. Хей, Дуба, с вами Хуба-Буба. Сегодня мы продолжаем играть с вами в Garten of Bomban 4. Короче, в предыдущей серии мы с вами бегали от динозавра, решали все эти три головоломки. Как же они меня достали. И провалились вот сюда, из-за чего мы не смогли выбраться, но... Я, как бы, перезашел в игру, все нормально. Давайте теперь выбираться из этой комнаты, в которую нас загнал этот шут. Подумав то, что мы окажемся в ловушке, а мы ему такие сказали, а нихрена, мы выберемся. Вот, и, короче, подобрали последнюю часть лифта. Теперь, в принципе, можем идти и восстанавливать лифт. Три серии, третья серия. Вроде как. По-моему, да. Третья серия, мы шли к этому, для того, чтобы вернуть все три части лифта. И, надеюсь, наконец-то мы сможем их засунуть обратно в этот лифт и уехать отсюда нахрен. И похрен на этого шута. Просто взять и уехать, свалить. Домой, все. Где мой ребенок? Когда мне моего ребенка уже дадут? Я не хочу тут больше ходить, я хочу свалить отсюда уже. Так, подождите, сейчас, кстати, таймер забыл поставить. Оп, все, поставил. Можно, в принципе, идти дальше. Хотя я этим и занимался. А чё, я игрушку не могу призвать, не работает. Где этот шут гороховый? Ай! Я уверен, что он где-то тут. Сейчас как ворвется в эти двери, скажет, типа, ага, здорово! Всем привет! А я этот, меня не ждали, а я приперся. А тут кто-нибудь новый появился, интересно? Не, никто новый не появился. Жалко, жалко. А я думал на кого-нибудь нового посмотреть, какие-нибудь новые интересные истории послушать. Ну и как бы хрен с ним, пошлите, просто ставим эту деталь в лифт. И все, и дело покой. Так, стоп. Чё там у королевы происходит? Чё за динозавр? И шут, и динозавр тут! Здорово, ребят, вы что тут делаете? Королеву загнали. Трон перевернули. Ваше личное, я наконец-то пришел, чтобы сделать то, для чего я был создан, сказать свои шутки. Это моя лучшая партия. Я приказываю вам уйти и не рассказывать шуток. Я даже выйти отсюда не могу. Королева! Давай, бей их всех! Ой. Цыпа упал в чан с этой хренью! Посмотрите, что вы наделали. Цыпа мутировал! Как же быстро они растут, реально! Цыпа! Цыпа, ты матерь, скоро она будет полностью раздавлена. Туда его! Красава, Цыпа, лучший! Я выполнил все ваши приказы. Почему было не про меня последний раз? Все, чего я хочу, это рассмешить вас. Да я его тоже ударю сзади, вот так вот пультом своим, на нахер! И все. Но вы знаете, что будет, если я засмеюсь. Да, и я вновь говорю себе, что некоторые вещи важнее, чем смерть. Но я больше не могу ждать, я должен заставить тебя смеяться даже хотя бы немного. Офигеть, что происходит, что происходит? Меня больше нельзя откладывать. Я ничто без правителя, которого нужно развлекать. Простите. Ваше Величество, скажите мне. Что сказал проводник поезда кенгуру? Запрыгивайте! Гениальная шутка, просто лучшая, красава, молодец. Это было ужасно. Но это черный юмор, Карлина, тебе не понятно. Мы должны бежать, весь этаж рушится. Озорники сбегают. Чё? У нее из сумки какой-то лазер появился, Святого Меч. Можно только спуститься вниз, и сейчас нам нужно выбраться с этого этажа в любое другое место. Ну погнали вниз спускаться, у нас есть деталь. Этот тоже вон бежит за нами. Давай быстрее, жабка. Жабка, давай быстрее. Бежим отсюда во нахрен. Где этот шут гороховый? А где он? Он больше не бежит за нами. Не, ну Цыпа вообще хорош. Цыпа, вон он бежит.
Цыпа вообще жесткий, упал и разъебал этого динозавра. Цыпа, красава! Я никогда тебя не забуду, Цыпа! Давай, быстрее! О! Медуза! Чё? Поехали! Медуза, все, что мы с таким трудом создавали, просто разрушено. Очень грустно. Я отпустил других заключенных, но схватил этого. То, что он знает, определенно пригодится. Если мы доберемся туда живыми, нам нужно найти скипетр королевы. Только это может остановить это безумие. А, все, конец? Спасибо за игру. Видишь, есть продолжение здесь. Так тут написано 6. В смысле 6? Мы же 4 проходили, а где 5? Два, 4, 3, 2, 1. А где 6, а где 5 часть? Не, погодите. 5 минут? 5 минут типа Я... Чё? Вы реально? Я думал, будет подольше. А я 5 минут запустил записи, уже конец? Это че, реально? Че за рофл? Я снимал все две серии по 40-50 минут. И это вышла серия на 5 минут, последняя, финальная, четвертая, третья часть, да? То есть вы так хотите сказать? Не, погоди... Это не может быть так, ё-моё! Ну, как бы ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарий. Всем до следующей серии, спасибо, что смотрели Гартену Бамбан 4. Ждем следующую часть, ну, как бы, как получилось 6 минут, зато видос быстрее выйдет. Ну и как бы вот так вот. Всем пока.